Докупил еще кусок трубы метровой, не хватает на вентиляцию, и по пути захватил стройматериалы с заброшки, нашел. Так что поперли дальше, ребята. Оп, поехали. Так, вот я удлинил немножечко трубу вентиляционную, потому что она слишком короткая была. Так, ну сейчас саморез сюда вкрутить. И одеть вот эту вот штуковину. Поехали. Без шуруповерта тяжеловато. Приходится все вручную. Ну, вроде получается. Ну, первый слой прошел. Так, второй. Проходим. Ох. Так, руку поменять надо. Так. Все, готово. Есть. Один саморез надо вкрутить внутри, чтобы она не болталась. Так. И саморезик. Отличная компания. Вот этим герметиком сейчас буду заполнять все щели на трубе. Он для топки, для печей, для каминов. То есть он жаростойкий. Ребята, чуть-чуть накосячил я. Герметик еще не высох. Блин. А я уже все это размазал нахер. Жесть.
настал тот долгожданный момент, когда я уже ее буду закапывать. То есть закидывать землей, вот этим вот песком, потом сверху буду маскировку делать. Ну что, начну. Ну что ж, получилось у меня вот так вот. Вроде неплохо, как вы считаете. Напишите в комментариях. А вот здесь вот я пока еще не буду засыпать. И полиэтилен я оставил вот такой кусок тут цельный. Вот. Здесь я хочу еще козырек сделать. Сейчас пока подверну его просто. Там мне еще надо сделать обвал, у меня был. Надо опалубку поставить и засыпать ту дыру. А здесь я планирую, наверное, окошко поставить все-таки какое-никакое. А туда вентиляцию еще одну. Чтобы воздух входил именно. Вот это у меня на выход будет. Весь углекислый газ и все прочее через эту вентиляцию. А туда поставлю с гофры, скорее всего. Напишите в комментах, как вы считаете, правильно я соображаю или нет. В общем, жду ваших советов. Так. Здесь все вот так вот получается. Надо сегодня еще печку протопить, заодно протестить. Вчера немного протопил, что-то она слабовато, конечно, разгоралась. Скорее всего, может, дрова сырые, и сама печка еще сырая. Вся влажная, она с того момента еще не высохла. Вот можно даже посмотреть. Вот видите, тут влага, здесь вот вчера топил, более-менее высохла. Сегодня еще раз попробую. Так, тут у меня что? Ну, тут проходка вот так вот я сделал. Вот. Ну, бревна придавило. Прилично придавило. Ну, в принципе, все окей. Так. Ну, довольно-таки неплохо, на мой взгляд, без опыта построить такую земляночку. Конечно, тяжеловато. В общем, хочу здесь начать уже делать опалубку, чтобы загерметизировать вот этот вот обвал. Потому что сюда вода льется, и скорее всего вот этот кусок упадет, если это вовремя не сделать.
Так, сейчас подрежу. Работа кропотливая, нудная, много времени занимает. Но это нужно было сделать. Продолжаем дальше. Уже вечереет, так что надо ускориться. Хотя бы вот еще одну сделать, уже не критично. Остальное потом доделаю. Нужно будет еще перекусить, так что целый день ничего не ел. Вообще абсолютно голодный. И нужно печку протестить еще раз. Вроде норм. Так. Вот этой стороны. Конечно, хочется, чтобы все идеально было. Как в лучших домах Лондона. Но тут красоты мне не нужно. Главное, чтобы все это работало. Здесь не красота важна, а качество и защита от погодных условий. Самое главное. Отличная компания. Сейчас еще подсыплю немного. И на сегодня все. Все, что я планировал сегодня, все сделал. Теперь буду ждать следующих выходных с хорошей погодой. И продолжу, наверное. Скорее всего, нутрянку буду делать полы.
либо вентиляцию с окном. Посмотрим. Еще пока не решил. Это место меня очень сильно беспокоило. Когда идут дожди, сюда прямо же вода затекала и все это капало. И в землянку попадало. Но сейчас я все это плотно уложил. Закрыл все щели, засыпал землей, поставил щит, и будет все нормально, думаю. Плюс я еще накрою здесь полиэтиленом временно. И потом в будущем построю здесь козырек. Может быть, в ближайшее время. Посмотрим, как со временем будет. Но пока меня все устраивает и радует. Результаты моего труда. Ребята, не забываем подписываться на канал, поставить палец вверх, потому что я заметил по статистике, многие смотрят мой канал без подписки. Поэтому прошу вас подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня хватит, пора собираться, перекусить, печка и домой. Так, ребята, вот весь мой рабочий арсенал. Сейчас собираюсь, перекус и топлю печку, а потом в сторону дома. Так, надо, наверное, ручки сполоснуть, а то с такими кушать стремновато. Вот таким образом я ручки мою. Конечно, надо умывальник сделать, но это все потом, сейчас не до этого. Тут дофига чего надо. Супер. Что-то я сегодня разогнался, даже не поел. Ой, блин, какой кайф. Короче, у меня вот проблема с печкой. Похоже, может быть, я ее как-то неправильно построил. Или нету подачи воздуха, очень долго разгорается и из-под колец дымит. Вот если вам видно, вот так вот. В общем, блин, неприятная ситуация, и очень долго разгорается, как будто нету тяги. Ну, действительно, наверное, нету тяги. Так дело не пойдет, конечно. Вон сколько дыма, видите? Обалдеть. Ну, а так, в принципе, все работает. Дымит она в трубу, но очень много дыма внутри. Что делать? Кто подскажет? Либо это дрова сырые, может быть, и от этого еще. Вот сколько дыма у меня тут. Да, тут ночью, конечно же, задохнешься, блин.
кстати, ребята, вот вроде сейчас разгорелось все. Вот смотрите, нормально разгорелось, и здесь меньше стало дымить. Практически вообще перестало. Ну, есть, конечно, чуток. Посмотрим, мне кажется, это все-таки дело в дровах, и на вентиляцию, конечно, надо делать. Так дело не пойдет. Что-то я не то, наверное, сделал. Ну, как говорится, опыт мой первый. Ничего страшного, дальше будет только лучше. На ошибках все учатся. Просто я пока не могу понять, что я не так сделал. Я не мастер печной, так что делаю как могу.